Плавание действительно очень полезное занятие, благотворно влияющее на весь организм в целом. Оно тренирует сердечно-сосудистую систему и легкие, а также развивает гибкость, координацию и помогает держать тело в тонусе. Занятия в бассейне – это отличные тренировки, помогающие не только укрепить здоровье, но и поддерживать хорошую физическую форму. Об этом точно знают участники ежегодного первенства по плаванию городского округа Щелково, которое прошло в детском оздоровительно-образовательном плавательном центре «Нептун». В соревнованиях могли показать свои способности ребята разного возраста – от 9 до 18 лет. Сегодня у нас проходит ежегодное соревнование по подводному спорту. Это итоговое соревнование, где ребята показывают свои результаты, чему они научились за весь год. Заплывы у нас за 50 метров в моноласте и в классических ластах. Также на 100 метров в классических ластах и 50 метров ныряния. Юные пловцы, принимающие участие в водных соревнованиях, убеждены, от плавания можно и нужно получать удовольствие, совмещая приятное с полезным, тренируясь в бассейне. Плавание довольно полезная вещь, но и опять же идет прокачка всего тела, и спина довольно больная часть тела у большинства людей, и плавание помогает держать ее в тонусе. Да, плавание помогает укреплять организм, поддерживать твои мышцы в тонусе и всегда быть здоровым. Оценивали старания участников в заплывах судьи, которые позднее и выберут самых лучших пловцов в каждой возрастной группе. Ребята, продемонстрировавшие самые высокие показатели, будут награждены грамотами и медалями. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.